У Воскресенье Христово – одно из главных христианских святов. Традиционные куличи, пасхи, фарбованные яйки. По всей стране витаются словами «Христос у воскреса», а пасхальные битки часом перерастают у соправдное споборництво. Есть тут и свои чемпионы, и сокрыты мастерства. Ворочайте! Ворочайте! Деревянные! Ворочайте! Ворочайте! Соправдный луполовский чемпион. Гулять у пасхальной битки с дедом Леней не кожны здоле. У меня 32 курицы. Собираю яйцо, выкуштываю на зубах и более крепко оставляю. Ну вот таким методом я собираю, а потом иду, где коллектив собирается, и начинаем биться на эти яйца. Дарыш избираться на пасхальные битки у сёй вулицы и на Луполова давняя традиция. Пануют тут жарты и смех, и сумно никому не бывая. 81, вот сегодня, сегодня у день рождения пришла яйца бить. Так, с кем? Чемпионом. Вот чемпионом. Ну так выпейте, у меня вот такое. Надо, наверное, этот чувак просто забрать. Да, мое. И я знаю эту традицию. Я же довоенная, с 35-го года довоенная, и помню, в детстве это было. И вот эта традиция и продолжается, и дальше, и дальше. Тут кожному рады. На наших битках, кажется, луполовцы выпадковых людей не бывает, усе свои. Головное – сустроить свято с добрыми думками и радостью у сердца. Седа Каспарова, Павел Савицкий, Миколай Соболев, Новина регион.